Не менее 53 человек погибли на Филиппинах, еще 10 считаются пропавшими без вести в результате наводнений и оползней, вызванных тропическим штормом Синьянг. Он обрушился на архипелаг в понедельник. Местные власти объявили эвакуацию, но большинство жителей проигнорировали штормовое предупреждение и отказались покидать свои дома. В результате многие оказались в ловушке, дороги затоплены, что затрудняет работу спасательных служб. Во вторник, 30 декабря, тайфун достиг Малайзии, уничтожив 367 домов на севере страны. Почти 250 тысяч человек были эвакуированы из зоны стихийного бедствия, но власти слишком поздно объявили тревогу. Более 20 человек погибли в затопленных поселках. Нынешнее наводнение в Малайзии назвали сильнейшим за последние 30 лет.